Каждый год производится более 40 миллиардов штук печенья Орео. Это самое популярное печенье в мире. В орнамент, который на него наносят, входит логотип компании Nabisco. Он окружает слово «Орео». Уильям Тюрньер придумал дизайн шоколадного печенья, который мы видим по сей день еще в 1952 году. Разъемы для наушников уходят в прошлое из-за беспроводных технологий. Но если вы когда-нибудь к ним присматривались, то могли заметить кольца у основания штекера. Одно кольцо отвечает за воспроизведение звука, два кольца — за стереозвучание, а три кольца означают, что в наушниках есть и стереозвук, и встроенный микрофон. У оранжевых, красных, фиолетовых, желтых и лимонно-зеленых колец сухих хлопьев для завтрака Fruit Loops есть одна шокирующая тайна. Разные цвета не означают вкусы разных фруктов. Все кольца имеют один и тот же вкус и аромат. А расцветка — это просто для красоты. Буква «Е» в логотипе Dell расположена под углом, потому что основатель компании, Майкл Dell, хотел, чтобы его технология перевернула мир с ног на голову. Не переживайте из-за маленьких красных пятнышек, которые иногда можно увидеть после того, как вы разбили яйцо. Крошечные пятна крови могут быть вызваны небольшим разрывом кровеносного сосуда курицы, когда она несла яйцо. Такие яйца абсолютно безопасно употреблять в пищу. Но если хотите, пятнышко можно удалить. Вкус яйца в любом случае не изменится. Слово «кетчуп» позаимствовано из многих культур, таких как китайская, малайская и индонезийская. Первоначально оно означало маринованный рыбный соус. Основные компоненты современного кетчупа – томаты, уксус, сахар и специи. Логотип онлайн-площадки Airbnb – это вовсе не изогнутая скрепка, как может показаться на первый взгляд. Все гораздо сложнее. Там есть голова человека, значок местоположения и сердце. Вместе они образуют букву «А» и выступают символом единения. Красный пищевой краситель Е120, он же кармин, изготавливается из крошечных жуков. Его используют для окрашивания всего, от тортов и конфет до напитков. За блеск леденцов также отвечают насекомые, а именно самки индийских лаковых червецов. Они оставляют после себя вещество, которое потом соскабливают с деревьев, чтобы превратить в высушенный шеллак – смолу для придания глянцевого вида. Логотип Mozilla Firefox – это вовсе не лиса, окружающая планету. На самом деле это красная панда. Огненной лисицей, что по-английски означает Firefox, ее называют в Китае. Крышки люков для технического обслуживания на улицах обычно круглые по соображениям безопасности. В античных цивилизациях, например, в Древнем Риме, канализационные люки представляли собой каменные плиты квадратной формы. К сожалению, с ними происходили разные несчастные случаи. Если люки закрывали неправильно, квадратная крышка могла проскользнуть в квадратное отверстие по диагонали. Круглые крышки устранили эту проблему. Они не проскальзывают внутрь, потому что у них нет углов. Технически помидор – это не овощ, а фрукт. А банановые деревья не связаны ни с пальмами, ни с деревьями вообще. Это трава. Банан считается травой, потому что никогда не формирует древесный ствол, в отличие от дерева. Вместо этого он образует сочный стебель, как лимонник или его двоюродный брат имбирь. А еще бананы можно назвать ягодами. Мост «Золотые ворота» не задумывался оранжево-красным. Предполагалось, что он будет совсем других цветов, например, черно-желтым или красно-белым, как леденец. Было важно сделать его хорошо заметным для судов и самолетов среди постоянных туманов Сан-Франциско. Но когда приехала сталь, она была вся покрыта оранжевой грунтовкой для защиты от ржавчины, и архитектору понравился этот цвет. Таким мост и остался. Ножки на задней панели клавиатуры сделаны не для того, чтобы вашим запястьям было удобнее. Более того, долгое использование клавиатуры с выдвинутыми ножками может утомить и повредить запястье, а также замедлить процесс набора текста. Ножки помогают лучше видеть буквы и цифры, если вы не умеете печатать вслепую. Цвет перца чили ничего не говорит о его вкусе или остроте. Чем меньше перец, тем он обычно острее. Острота исходит не от семян, как считают многие, а от белых оболочек, в которых они находятся. На горе с логотипа шоколада Toblerone прячется изображение медведя, стоящего на задних лапах. Похоже, он готовится съесть вон того беднягу, а может и нет. Медведь – это один из символов швейцарского города Берн, где были созданы треугольные шоколадки.
Название «Тоблерон» обыгрывает фамилию основателя компании «Тоблер» и итальянское слово «Тороне», означающее «мед» и «миндальную нугу». Пространство под стаканом с лапшой предназначено для защиты лапши во время транспортировки. Эта техника называется «средняя подвеска», а пенопластовый стакан в целом не только защищает лапшу, но и помогает ей размягчаться более равномерно и быстро. Если вы считали отверстие в корпусе шариковой ручки абсолютно бессмысленным, то вы ошибались. Это вентиляционная система, которая помогает чернилам выходить более плавно. Давление воздуха внутри и снаружи ручки выравнивается, что позволяет чернилам беспрепятственно попадать к шарику. Один из самых узнаваемых логотипов в мире велоспорта имеет скрытый элемент. Внутри названия Tour de France в буквах О, У и Р прячется велосипедист. Металлические крепления заправочных шлангов на бензоколонках имеют уникальный дизайн на случай, если кто-то забудет вынуть пистолет из бензобака. Когда водитель начнет отъезжать, шланг отстегнется, и ни машина, ни колонка не получат повреждений. Зачем на клавиатуре бугорки? Посмотрите на клавиатуру вашего компьютера. Вы заметите небольшие бугорки над клавишами F и J. Они помогут вам правильно расположить руки и отыскать нужную клавишу вслепую. Идея возникала десятилетия назад на курсах машинописи, где студентов учили использовать все пальцы, удерживая указательные именно над этими клавишами. Почему вы зеваете? Прежде считалось, что люди зевают, когда телу требуется больше кислорода. Однако ученые переосмыслили эту теорию в 2014 году. Изучив результат 120 человек, исследователи выяснили, что люди чаще зевают летом, чем зимой. Таким образом, мозг пытается отрегулировать температуру, когда перегревается. Эта особенность также помогает вам проснуться. Она позволяет наполнить легкие воздухом и одновременно размять мышцы и суставы. Другое исследование утверждает, что заразительное зевание связано с сопереживанием. Почему вы храпите во время сна, но не во время бодрствования? Дело в том, что воздух не способен свободно перемещаться в носу и горле. В результате ткани начинают вибрировать, и вы издаете звук, похожий на рев динозавра. Этого не происходит, когда вы бодрствуете, потому что дыхательные пути открыты, а воздух перемещается по ним беспрепятственно. Однако в состоянии покоя ваши мышцы расслабляются, а дыхательные пути сокращаются. Почему такси желтого цвета? Когда этот вид транспорта только-только появлялся на улицах города, нью-йоркский бизнесмен Джон Герц приобрел несколько десятков подержанных авто для своей компании. Чтобы машины выделялись, предприниматель покрасил их в желтый. До этого он ознакомился с исследованием Чикагского университета, в котором утверждалось, что этот цвет лучше всего заметен на расстоянии. В Европе желтые такси уже ездили по улицам, но их век был недолог. В 2013 году в Нью-Йорке также появились зеленые такси. Проанализировав GPS-данные, правительство города пришло к выводу, что в некоторых районах Нью-Йорка доступ к сервису ограничен. А зеленые автомобили, названные «Боро-такси», были призваны восполнить этот пробел. Откуда в калькуляторах солнечные панели? Первые подобные устройства появились в конце 70-х. Тогда ученые начали разрабатывать новые фотоэлементы, дешевле тех, что использовались на спутниках. Калькуляторы были в числе первых продуктов, которые могли похвастаться малым энергопотреблением. В 90-е производители обещали выпустить ряд других устройств на солнечных батареях. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Технологию перенесли на более крупную технику – системы освещения и дорожные знаки. Откуда на локтях спортивных пиджаков заплатки? Изначально спортивные пиджаки предназначались для занятий спортом на улице. Кусочки ткани на рукавах позволяли сэкономить. Можно было заменить только эти детали, а не покупать новую вещь. Затем новинку оценили учителя и профессора. Заплатки пришлись им по душе, так как рукава часто протирались об парты и школьные доски. В то время их делали из кожи, замши или плотной шерсти. Однако сегодня заплатки обладают лишь декоративной функцией. Откуда в тетрадях взялись поля? Раньше бумага была лакомым кусочком для крыс, мышей и других грызунов. Чтобы книги и тетради не лишились важной информации, люди начали оставлять пустое пространство рядом с краями, которые принимали основной удар на себя. Затем, когда тетради стали печатать, края начали использовать для заметок и комментариев.
Так книжные поля стали нормой, так как защищали информацию от износа. Что означают цветные полосы на тюбике зубной пасты? Существует миф, согласно которому цветные прямоугольники как-то связаны с ингредиентами в составе пасты. Однако цветные отметки лишь позволяют машине понять, где надрезы, сложить или спаять упаковку. Разные станки используют разные цветовые обозначения. Но мне все же по душе предыдущая версия. Как появился пластилин Play-Doh? Изначально планировалось, что масса позволит покупателям очистить обои от сажи, летящей из каминов. Но вскоре в продаже появились виниловые обои, потому спрос на продукт упал. Кто-то из родственников изобретателя прочитал в газете статью о поделках из чистящей смеси. Их попробовали мастерить с детьми в детских садах. И детям понравилось. После этого продукт перезапустили уже как всеми любимый Play-Doh. Почему стикеры Post-It желтые? Создатель стикеров попытался разработать невероятно клейкий состав, но добился обратного эффекта. Он тщетно пытался продать собственное изобретение, пока один из друзей не предложил использовать его в качестве закладок для книг. Так и появились знаменитые стикеры. Желтый цвет – чистое совпадение. Просто в лаборатории по соседству не оказалось другой бумаги. Ловите лайфхак. Вместо того, чтобы ставить терку на тарелку вертикально, положите ее горизонтально. Без тарелки внизу, конечно. Так у вас не будет риска поцарапать костяшки рук, потому что терки смогут коснуться только кончики пальцев в самом конце процесса. А еще это обеспечит стабильность терки. Вам не придется уравновешивать ее или держать в воздухе другой рукой. Когда вы закончите, или на нижней стенке терки уже не будет места, просто переверните ее и выложите содержимое в миску или на тарелку. Цветы в вазе сохраняли бы свежесть дольше, если бы не бактерии в воде. Поскольку медь обладает антибактериальными свойствами, кинув монетку в воду, вы предотвратите распространение бактерий и сможете дольше наслаждаться цветами. Простой способ проверить, высохло ли постельное белье, положить зеркальце между его слоями на 5 минут. Если зеркальце запотело, значит белье еще немного влажное. Оставьте его сушиться до тех пор, пока зеркальце не перестанет запотевать. Влажное белье – это рассадник грибков и бактерий. Если у вас есть не очень здоровая привычка есть за компьютером, вы удивитесь, сколько крошек и грязи скопилось в вашей клавиатуре. Конечно, можно просто перевернуть ее и энергично потрясти, но техника не любит такого обращения. Лучше возьмите бумагу для заметок и пройдитесь ее липкой частью по клавиатуре, чтобы собрать все кусочки мусора. А еще можно взять слайм, приклеить его к клавиатуре, затем отлепить, сжать и приклеить снова, только уже другой частью. Слайм заполнит все пространство между клавишами, а его липкость позволит вам собрать мусор до последней крупицы. Отделить яичные желтки от белков проще всего с помощью пластиковой бутылки. Разбейте нужное количество яиц в миску, возьмите пустую пластиковую бутылку и сожмите ее. Поднесите бутылку к желтку и разожмите, она затянет воздух вместе с желтком, оставив белки в тарелке. Повторите действие с другими желтками и готово. Если вам надоело выплевывать косточки, когда вы едите вишню, или вы собираетесь испечь пирог, попробуйте выталкивать их трубочкой. А еще на рукоятке многих чеснокодавилок есть специальный инструмент именно для этой цели. Чистить блендер вручную довольно хлопотно. Вместо этого заполните его горячей водой и добавьте немного жидкого мыла. Запустите его на 10 секунд, а потом просто сполосните. Штукатурка может осыпаться, шелушиться и распространять пыль по всему полу, когда вы забиваете гвозди. Отрежьте полоску малярного скотча и приклейте ее туда, куда хотите забить гвоздь. Скотч не даст штукатурке растрескаться и осыпаться, и вы получите аккуратное отверстие. Маленькие царапины на деревянной мебели можно устранить с помощью зубной пасты или грецкого ореха. Втирайте количество пасты размером с горошину в царапину до тех пор, пока она не исчезнет. Затем вытрите остатки влажной тканью. Либо возьмите половинку ореха и хорошенько обработайте им вмятину. Потом потрите эту область пальцами и отполируйте мягкой тканью. Это поможет древесине впитать ореховое масло, которое заполнит царапину.
Смыть со стеклянных банок остатки клея от этикеток водой и мылом не так-то просто. Вместо этого возьмите растительное масло, обмакните в него ватный диск и потрите липкую поверхность. Оставьте банку на какое-то время, а потом смойте масло вместе с остатками клея. Если у вас не получается дотянуться до фитиля свечи зажигалкой, возьмите длинную макаронину, зажгите ее конец, и у вас будет горящая палочка для использования в труднодоступных местах. В следующий раз, когда затупится лезвие вашей бритвы, попробуйте потереть его в обратном направлении от джинсы. Конечно, джинсы сначала надо снять. Кстати, если вы не хотите, чтобы лезвия ржавели, храните их в сухих условиях или держите в минеральном масле. Варенье, кетчуп, арахисовое масло и майонез дольше сохранят свежесть, если хранить емкости в холодильнике вверх донышком. Это создаст в емкости частичный вакуум и предотвратит рост плесени. А хранение мороженого вверх дном не даст образоваться льду. Чтобы вернуть перманентный маркер к жизни, нанесите пару капель медицинского спирта на войлочный наконечник. Потрясите маркер и дайте войлоку впитать спирт. Через пару минут фломастер будет писать как новенький. Не спешите выбрасывать темнеющие листья салата. Накройте их сухим бумажным полотенцем и положите в герметичный контейнер. Так они сохранят свежесть намного дольше. Это работает с остатками любой зелени. Острый кончик торчит из колпачка тюбика вашего любимого крема не просто так. Подобные тюбики, как правило, запаяны. Если вам не нравится ломать ногти, пытаясь их открыть, переверните крышку и надавите на нее. Невидимки могут плохо держаться в волосах, если их бороздки смотрят не в ту сторону. Они всегда должны быть внизу, ближе к голове. Все еще болтаются. Нанесите немного лака для волос на невидимку перед тем, как закалывать ей волосы. На упаковке ватных дисков есть веревочка, за которую их можно подвесить на крючок в ванной. Но нет никакой нужды ослаблять и затягивать ее всякий раз. Посмотрите на донышко упаковки, там есть перфорация. Аккуратно ее разорвите и готово. Бутылки с газировкой всегда заполняют так, что между уровнем напитка и крышкой остается место. Все потому, что в напитке содержится диоксид углерода. Если нагреть бутылку, количество газа может увеличиться. Если в бутылке не будет воздушного промежутка, она взорвется под давлением, нарастающим внутри. Также, когда вы открываете бутылку, газы выходят в форме пузырьков, и часто напиток выливается через край. Воздушный промежуток решает и эту проблему. Только если вы не трясете бутылку перед тем, как ее открыть. Нет, я никогда так не делаю. Есть звуки, которые многие люди не переносят, например, когда кто-то царапает ногтем классную доску или скребет стекло. Такой шум раздражает миндалины. Это небольшие участки мозга, контролирующие эмоции, включая страх и инстинкт выживания. В некоторых сырах есть дырки. Они называются глазками. Эти глазки сделаны бактериями в процессе производства. Когда сыр почти готов, бактерии выделяют углекислый газ. Он формирует пузырьки, которые впоследствии становятся сырными глазками. Кошки часто скидывают вещи из-за своих охотничьих инстинктов. Ваша кошка просто проверяет, живой предмет или нет. Либо она пытается привлечь ваше внимание. Кошки очень умные, они знают, что люди сразу прибегут, если что-то разобьется. Когда тесто для пиццы готово, его крутят в воздухе руками. Этот процесс помогает устранить комочки и создать круглую форму. Круглую пиццу готовить удобнее всего, так как она запекается равномерно. К тому же круглую пиццу легче разрезать на ровные кусочки. Со времен древних цивилизаций иногда идут дожди из лягушек, рыб и других неожиданных вещей. Порой сильный ветер, как при торнадо или урагане, поднимает в воздух стаю рыб или лягушек и устраивает из них дождь в нескольких километрах от воды. Не бывает молнии в виде треугольника, прямой линии или круга. Это всегда зигзаг. Молния – это электрический разряд, который выбирает путь наименьшего сопротивления. Воздух неоднороден. В нем содержатся частицы пыли, газов и прочих веществ. Так что молния просто выбирает лучший путь. Цветы окрашены по-разному из-за содержащихся в них цветовых пигментов. Но есть и другие факторы. Например, количество поглощаемого света в процессе роста или температура окружающей среды. На окрас цветка может влиять даже уровень кислотности почвы. Наклоняя голову, собака пытается правильно понять то, что вы говорите. Так она подстраивает свои уши под те звуки, что слышит вокруг.
Еще это может быть способ проявить сочувствие к хозяину. Либо у нее просто что-то застряло в ухе. Обычно щекотка вызывает смех, однако ничего не произойдет, если вы сами себя пощекочете. Дело в отсутствии элемента неожиданности. Мозг знает, что вы собираетесь делать. Штрих-коды делают процесс покупки быстрее. Если штрих-код состоит из 12 цифр, то самая левая из них – это системный идентификатор. Например, двойка означает произвольно взвешенный товар. Тройку используют для товаров, связанных со здоровьем. Следующие 5 цифр указывают на производителя, а следующие 5 – это номер товара. Последняя же цифра – контрольная. Она нужна сканером, чтобы определить верность считанного кода. Песня неизбежно застрянет у вас в голове, если музыка в ней простая, текст повторяющийся и короткий, а ритм заставляет двигаться. Еще это может произойти, если вы слышите песню слишком часто и ваш мозг узнает ее с первых нот. В маркерах для выделения текста содержатся особые полупрозрачные флуоресцентные чернила, которые светятся при тусклом свете. Желтые и светло-зеленые маркеры популярнее всего, потому что они не перекрывают текст после черно-белого копирования. Ксероксы почти не воспринимают желтые и светло-зеленые оттенки и не печатают их. С годами волосы теряют натуральный цвет. Это происходит потому, что кератин получает меньше пигмента. С возрастом пигментные клетки в волосяных фолликулах постепенно исчезают. И волосы сначала становятся серыми, а потом, когда пигмента не остается совсем, белеют. Достигая определенного возраста, деревья перестают расти, возможно, потому что высокому дереву становится труднее поглощать воду из почвы, ведь его следующая задача – докачать воду до самой верхушки. Тут в игру вступает гравитация. Некоторые деревья, типа баобаба, начинают расти вширь, достигнув максимальной высоты. Ваше тело само заставляет укусы комаров набухать и чесаться. Комар протыкает кожу. Иммунная система воспринимает слюну насекомого как инородное вещество и запускает спецоперацию по вымыванию чужака из вашего тела. Соединение, которое производит иммунная система, называется гистамин. Оно ускоряет кровоток в области укуса, что вызывает набухание. Гистамин также дает сигнал близлежащим нервам, что заставляет укус чесаться. Гуси летают клином для экономии энергии. А еще это помогает проследить, не потерялся ли кто из стаи. У вас не получится напевать под нос, если он закрыт. Поверьте, напевая, вы выдыхаете воздух. Если и рот, и нос закрыты, воздух не может выйти. Вы сможете так напевать не более 2 секунд, после чего вам придется открыть рот, чтобы отдышаться. У дорожных рабочих и строителей обычно оранжевая форма, так как яркий оранжевый оттенок различим даже в плохую погоду. Этот цвет лучше всего привлекает внимание и предупреждает людей. Неудивительно, что многие спасательные жилеты и дорожные конусы тоже оранжевого цвета. Раньше монеты имели произвольную форму, либо вовсе были бесформенными. Однако многие воровали ценные металлы, из которых делали монеты, откалывая их уголки. Конечно, это было незаконно. Круглые монеты изобрели, чтобы предотвратить такое мошенничество. Незаметно отпилить кусок от круглой монеты почти невозможно. А как насчет металлических заклепок, которые есть почти на всех джинсах? Они нужны не столько для красоты, сколько для защиты мест, которые подвержены наибольшей нагрузке, таких как углы карманов и основание ширинки. Заклепки удерживают ткань, даже когда та растягивается во время работы. Раз уж мы заговорили про одежду, то вы когда-нибудь задумывались о маленьком пятом кармане на джинсах? На самом деле это не пятый карман. Первоначально джинсы делались с 4 карманами, включая и тот маленький спереди. Пятый карман находится сзади, слева. Он был добавлен только в 1901 году. А маленький кармашек изначально был очень важен. Ковбои использовали его для карманных часов во время выезда на пастбище. Карман защищал часы и был крайне удобен. Люди так к нему привыкли, что теперь джинсы без него смотрелись бы странно. Гольф изобрели в 16 веке в Шотландии. Тогда мячики были идеально круглыми и гладкими. Со временем на них стали появляться вмятины, и в какой-то момент игроки в гольф поняли, что из-за вмятин мячи летают дальше. В начале 20 века ямочки стали добавлять специально, ведь выяснилось, что они уменьшают аэродинамическое сопротивление, которое замедляет гладкий мяч. А еще ямочки обеспечивают лучший контроль. Их количество обычно варьируется от 300 до 500, но одна компания делает мячики с более чем 1000 маленьких вмятин. Не многовато ли?
Хотите освежающий напиток после гольфа? Коробки для соков, созданные еще в 1963 году, очень удобны. Но для чего на них треугольные клапаны? Если их поднять, они становятся ручками. Так вы случайно не сожмете коробку и не прольете сок на любимую футболку или на новый диван. Когда закончите играть в гольф, возьмите рюкзак с кожаной ромбовидной нашивкой с двумя вертикальными прорезями. Обычно ее называют розетка, но есть и другое название – свиной пятак. И правда похоже. Без нашивок не обходятся рюкзаки для туристов и альпинистов. К этому месту можно прикрепить почти что угодно, например, ботинки, кухонные принадлежности или спальный мешок. Эти пятачки все чаще делают и на небольших городских рюкзаках. И это не только дань прошлому, но еще и очень удобно. В следующий раз, когда пойдете в спортзал, привяжите к пятачку кроссовки, чтобы держать их подальше от остальной одежды. Не сомневаюсь, что вы отличный водитель, но, возможно, вы не пользовались тем, что годами было у вас перед глазами. У зеркала заднего вида есть маленький язычок, расположенный внизу по центру. Когда он выдвинут вперед, зеркало находится в дневном режиме, и автомобили позади вас отражаются в нем особенно четко. Передвижение рычажка назад переводит его в ночной режим. Это уменьшает яркость фар позади вас и обеспечивает более безопасную езду. Еще один крутой совет. Если вы одалживаете машину у друга или берете в аренду, помните, что все автомобили оснащены индикатором, который показывает, с какой стороны находится бензобак. Это крошечная стрелка рядом со значком заправки, который указывает либо влево, либо вправо. Там, куда указывает стрелка, и есть бензобак. Очень удобный лайфхак. Отправляемся в продуктовый магазин. В тележке для покупок есть полезная мелочь, на которую вы могли не обращать внимания. Это петли в металлической раме за детским сиденьем. Когда вы складываете все в корзину, подвесьте на эти петли хрупкие или мнущиеся продукты, такие как яйца или хлеб. Теперь в тележку можно спокойно класть гигантский арбуз. А когда будете разбирать продукты, обратите внимание на коробку с полиэтиленовой пленкой. Да, ту самую, которую невозможно развернуть, чтобы не размотать весь рулон. А еще эта пленка сама к себе прилипает. Взгляните на коробку, и вы увидите маленькие язычки, которые нужно достать. Они помогут удерживать рулон на месте, и вы сможете с легкостью отматывать пластиковую пленку. На коробках с алюминиевой фольгой тоже есть такие язычки. Теперь, когда вы знаете, как пользоваться пленкой, попробуйте этот классный лайфхак. Разделите связку бананов и замотайте пленкой стебель у каждого из них. Стебель выделяет этилен. Когда тот попадает в остальную часть банана, плод созревает и чернеет. Если обернуть стебли, бананы пролежат дольше. И раз уж вы на кухне, можете подогреть утренний кофе. Только снимите пенку, которая образовалась сверху, и не ешьте ее. Открыв микроволновую печь, вы заметите, что на стекле в дверце есть странная черная сетка. Она нужна, чтобы защитить вас от излучения. Подобно электромагнитным волнам, о которых мы уже говорили, излучение не может проходить через металл. Кроме того, эта сетка помогает разогревать еду. Спасибо науке! Да, и насчет чашки кофе. Вы знали, что размер ручки может помочь определить, сколько вмещает кружка? Ориентируйтесь на ваши пальцы. Если вы сможете просунуть в ручку два пальца, то кружка вмещает примерно 230 мл или один мерный стакан жидкости. Три пальца – 300 мл или стакан с четвертью. Четыре пальца – 350 мл или полтора стакана. Если вы хоть раз облизывали картридж Nintendo Switch, то знаете, на вкус он просто ужасен, а горечь держится во рту еще какое-то время. Во всем виноват динатониум бензоат. Картриджи покрывают этим веществом с отвратительным вкусом, чтобы люди и животные их случайно не проглотили. До того, как люди придумали надежный способ хранить книги и записи, их держали в местах, где мыши и крысы легко могли до них добраться. Но вредители сгрызали только уголки. Ценную информацию защищали поля. Текст специально не дописывали до конца страниц именно на такой случай. Присмотритесь к красным стаканам для вечеринок. Эти линии помогут отмерить количество напитка. Линия на дне соответствует 30 мл, посередине – 150 мл, а вверху – 350 мл.
Скорее всего, вы всю свою жизнь неправильно хранили арахисовую пасту. Банку нужно ставить вверх ногами, чтобы масло не собиралось на поверхности. Иногда отвертки можно совместить с гаечными ключами. Это очень удобно, особенно если вы работаете под нестандартным углом. Просто вставьте ручку отвертки в гаечный ключ. Подойдет идеально. В следующий раз, когда нужно будет прикрутить крючок, вставьте в дрель винт-глазок. Отверстие удержит крюк на месте, и все пройдет намного быстрее. А если под рукой нет винта-глазка, возьмите обычный ключ. Черная решетка на дверце микроволновки называется щит Фарадея. Она не дает излучению проникать за пределы печи. А вы знали, что она блокирует сигнал телефона? Так что если вы устали от бесконечных звонков и сообщений, положите телефон в микроволновку. Только не включайте ее. Если вам подарили шоколадные конфеты в коробке, а между ними есть небольшие выпуклости, просто нажмите на эти места. Лежащие рядом конфеты легко выскочат из своих гнезд, и не придется выталкивать их снизу. Так намного быстрее. Вам нужно оторвать кусочек фольги, а вместо этого выскальзывает целый рулон? Так быть не должно. Выдавите язычки по обе стороны коробки. Они удержат рулон на месте. Не выбрасывайте крошечные пакетики с силикагелем, которые кладут в новую обувь и сумки. Они абсорбируют влагу из любого места. Намочили телефон? Положите его в целлофановый мешок вместе с пакетиком силикагеля. Бросьте пакетик в обувь, чтобы избавиться от неприятного запаха. Приклейте его к крышке контейнера с едой для питомца, и плесень вас не побеспокоит. Можно даже оставить силикагель в коробке с инструментами, чтобы они не ржавели. На женских рубашках пуговицы расположены слева, хотя женщины, как и мужчины, в основном правши. Так повелось со времен, когда знатных женщин одевали служанки. Зеркальные пуговицы были им удобны. У стрелок на брюках тоже есть своя история. Торговцы старались перевезти как можно больше товаров, нещадно их утрамбовывая. Было проще сделать складки на брюках модными, чем избавиться от них. Сзади на рубашке есть небольшая петля, чтобы можно было повесить предмет одежды и при этом не помять. А вот интересный факт. Раньше она демонстрировала готовность вступить в отношения. Молодые люди срезали петли, когда начинали с кем-то встречаться. Дверные ручки обычно сделаны из латуни, бронзы или другого медного сплава, потому что медь обладает антимикробными свойствами. Микробы умирают достаточно быстро, всего за пару часов, но все равно стоит помыть руки после того, как взялись за дверную ручку. Засечки на ребрах монет начали делать много веков назад. Раньше вес монеты из драгоценного металла соответствовал ее реальной стоимости. Люди срезали края, расплавляли их и делали новые монеты. Бороздки были призваны предотвратить мошенничество. Сразу было понятно, подлинная ли монета. Полоски на зубной пасте – не что иное, как маркетинговый ход. В 70-х годах прошлого века один из ведущих брендов добавил синюю полоску, чтобы показать, что его продукт обладает двойным действием. Но обычная белая паста работает точно так же. Синие щетинки на зубной щетке намного полезнее полосок на зубной пасте. Если они потускнели, значит пора покупать новую щетку. Снимите крышку с напитка, который купили на вынос, и переверните ее. Получится подставка. Благодаря ободку стакан встанет идеально. Когда будете пить газировку из бутылки, обратите внимание на маленький пластиковый диск в крышечке. Благодаря ему напиток остается газированным. Без него вам досталась бы просто сладкая коричневая жидкость. Фу! Съемным подголовником можно разбить окна автомобиля, если вы застряли внутри. Но не стоит просто бросать его в окно, вы можете пораниться. Вставьте один из зубцов между стеклом и дверью, потяните подголовник на себя, и окно разобьется вдребезги. Замечали небольшой рыжачок в нижней части зеркала заднего вида? Надавите на него, когда ведете автомобиль ночью. Теперь вас не будут слепить фары тех, кто едет сзади, а днем снова потяните его на себя. Ложечка для мороженого McFlurry выглядит так странно, потому что ее подключают к машинке, которая размешивает ваше лакомство. Пена для ванны не только приятно пахнет, пузырьки воздуха дольше сохраняют воду теплой, выступая в качестве изоляции. Но такой трюк работает лишь с акриловыми ваннами. Если ванна сделана из металла, вода все равно быстро остынет. Небольшие отверстия в ваших наушниках позволяют воздуху циркулировать, что обеспечивает лучшее звучание.
Деревянные вешалки довольно громоздкие, но все-таки стоит отдать предпочтение им, а не металлическим или пластиковым. Вешалки из кедра отпугивают моль. Масла древесины – это натуральный репеллент. Наверняка у каждого из нас хоть раз бывали муки выбора, когда нужно отмерить правильное количество спагетти для одной порции. Вот решение. Специальные ложки с отверстием в центре, которые рассчитаны как раз на порцию для одного человека. Только не пытайтесь уместить там готовые. Кстати, об отверстиях. Никогда не интересовались, почему они есть в колпачках для ручек? Может быть, это для регулировки воздушного давления? На самом деле, такие отверстия служат простой и очень важной функции – снижению риска удушья. Многие любят жевать колпачки, а если человек случайно проглотит его, крохотное отверстие не позволит задохнуться, если колпачок застрянет в горле. Любители готовки обрадуются простой хитрости, которая всегда под рукой. Представьте себе кастрюлю, а теперь ее ручки. Правильно, в них есть отверстие. Как оказалось, они были придуманы для того, чтобы держать там ложку во время готовки. И чтобы не пачкать соусом всю кухню, можно просто положить ложку в отверстие, и он будет стекать в кастрюлю. Красота! Вернемся к привычным вещам. Многие дверные ручки сделаны из меди, потому что на этом материале не скапливаются микробы. В отличие от пластиковых, медные дверные ручки просто волшебные. Они самоочищаются, и вам ничего уже делать не нужно. Круто, правда? Замечали ли вы крохотное углубление на рулетке? Оно расположено на крючке, за который нужно потянуть. Так вот, углубление идеально подходит для шляпки обыкновенного гвоздя. Можно вбить гвоздь и закрепить на нем конец ленты, чтобы провести измерение. Жду не дождусь, когда смогу это проверить. А поля в тетрадях придумали, чтобы защитить записи от мышей. Нет-нет, не для того, чтобы они не списывали ответы на контрольную. Раньше людям приходилось жить в тесном контакте с мышами и крысами, которые частенько грызли бумагу. И чтобы записи совсем не исчезли, люди изобрели поля. Текст сдвигался ближе к середине страницы, и грызуны не могли ему навредить. Может быть, выражение «переварить информацию» тоже пошло оттуда? А что насчет небольших отверстий внизу иллюминаторов? Они выполняют важную миссию – регулируют давление воздуха в салоне. Другими словами, помогают самолету летать. Огромная ответственность. Кстати, откидные столики в самолете – самое грязное место во всем салоне. На них обнаружили в 8 раз больше микробов, чем на кнопке слива унитаза. А что, если мы разрежем обычный самолет пополам и заглянем внутрь? Выглядеть это будет примерно так. Сиденье сверху, а все, что нужно, перевести внизу. Я имею в виду пассажирский багаж, предметы первой необходимости, части системы крыла и так далее. А теперь перекатимся к шарам для боулинга. Знаю, звучит не очень. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как этот шар выглядит изнутри? Если профессиональный шар для боулинга разрезать пополам, вы заметите знакомые очертания. Ничего не напоминает? Ну, к примеру, логотип Эдми. Профессиональные шары для боулинга отличаются от тех, которые можно увидеть в местных торговых центрах. Это потому, что они были сделаны так, чтобы выполнять разные причудливые движения. Их внутренняя конструкция довольно сложная. Она помогает профессионалам выбить больше страйков. В таких шарах для боулинга ядро обеспечивает смещение центра тяжести во время движения по дорожке. Из-за этого им сложнее попасть в желоба по бокам. Кстати, о мячах. Давайте заглянем внутрь бейсбольного. Он сделан из нескольких слоев, что позволяет ему сохранять легкость и аэродинамичность. Середина сделана из пробкового материала, обтянутого черной резиной.
Затем идет слой красной резины, за которым следует два или три чередующихся слоя шерстяной пряжи. И, наконец, слой белой кожи и красивый красный шов сбоку, который все скрепляет. Представьте, что обладаете рентгеновским зрением и можете заглянуть внутрь кости человека. Ну и жуть. Я думаю, что ваше внимание привлечет так называемая паутина в центре кости. На самом деле это сгущенная и сложная структура нервов, которые находятся внутри ваших костей. Здорово! А теперь загадка. Что круглое можно найти у океана, учитывая, что оно похоже на музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, который почти полностью состоит из пандуса? Если ваш ответ – раковина Наутилуса, то вы угадали. Наутилус – это моллюск, дом которого можно найти во всех сувенирных магазинчиках на море. Раковина состоит из двух слоев – матового белого внешнего и переливающегося внутреннего. А если разрезать ее пополам, будет похоже на интерьер музея Гуггенхайма.